заваливаюсь, как на дерево. Это подъезд к озеру. Рясно. Олег уже в дерьме. Едем дальше. А, рыбачки есть. Выехали мы в Муравщине. Очень мило, потому что буквально вчера вечером потемках здесь приезжали на машинах, а летом я об этом повороте думал, проезжая в обратную сторону по другому маршруту. Вот какая-то моя красивая. Детская школа искусств Москва района. Thank you.
кухонная. Близница такая прямая, сплошная. Красота. Ну вот мы и в Вороничах. Нам мост через Ишать. Открывается вид на вот такой вот красивый вид. Старый мост, новый мост. Сзади строится церковь. Если я правильно понимаю, то на этом холме когда-то было городище. Очень интересная, но очень мало истории об этом. К сожалению, когда проезжаешь, то никаких информационных табличек о городище нету. Но мы сейчас полазаем там, сориентируемся на месте, посмотрим, какой оттуда открывается вид. Я вас обманул. Вот все-таки есть написано «Крепость Воронеч». Написано таким вот шрифтом, который мне страшно не нравится. И совершенно никаких сведений нету. Что-то мне это напоминает ролик парней из Карпат. Только без ветра и снега. Не глупые же строили, да? Здесь такие водные глади прекрасно открываются. Просматривается территория здорово. Какой-то костёл там. Это на той горке у нас получается как раз таки близнеца мы оттуда приехали. А тут дорога в Ушачи. На окраине близнец. А, костёл, это близнецкий костёл. Там, кстати, мы будем, получается, будем проезжать, если поедем через Меницу. Какой классный водоем, куча рыбачков. Вообще много рыбаков. Река Ушача. Наша любимая. И вот такая вот красота. Очень красиво здесь. Что же там? Ну блин, тут я, конечно,